Актуально на Шадер Інфо. Шадин завжди відзначався і явкою, і своїм принципіальним мненням по виборам. Тому я думаю, що Шадин в очередной раз зробить абсолютно правильний вибір і проголосує так, як можна. Тому всіх благодарю, поздравляю з цим основним політичним событием, выбором в Государственную Думу. И думаю, что, еще раз повторяю, Шадрин сделает правильный выбор. Но сегодня вообще важный день в истории и города нашего, и государства в целом, потому что выборы серьезные. Мы выбираем парламент Российской Федерации, поэтому от того, каков его будет состав, я думаю, от этого очень много зависит наша и последующая жизнь. Но если же говорить о нашем городе, то у нас сегодня организовано 37 участковых избирательных участков. Один у нас участок временный, дополнительный, в санатории «Жемчужина» за Урале. Избирателей в Шадринске у нас 56 650 человек. Конечно, о важности, наверное, уже очень много было и по телевидению, и обращений. О важности, наверное, этих выборов говорить уже не приходится, потому что, ну, к сегодняшнему дню практически каждый человек уже сделал свой выбор. Поэтому я желаю всем шадринцам прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать свой выбор. Участок 1-64, по списочно у нас 1067 избирателей, на 10 часов проголосовало 65 человек проголосовало, 8 человек проголосовали по дополнительным спискам, из них 7 подкрепительным, то есть
общее количество у нас изменилось. 6,1% проголосовавших активные. Активные пенсионеры у нас очень идут активно. С семьей и муж, и жена, и даже детей ведут с собой. То есть если на 10 часов 6,1% проголосовал, ну, надеемся, что за 50 мы перейдем. Сегодня проходит впервые флешмоб «Танцуй, голосуй впервые». Он проводится с целью повышения электоральной активности молодежи, для того, чтобы молодежь ходила на выборы, для того, чтобы она знала, что это очень важно, что это их будущее, и именно они должны выбирать. Флешмоб у нас проходит впервые. Почему в этом году? Ну, потому что решились, потому что созрели. Помимо этого, у нас также прошли уже различные классные часы в школах, в СУЗах, в ВУЗах. Ну и, конечно же, мы агитировали всех горожан города, чтобы они приходили на выборы. Всегда остается земля, где вырос Россия. И космос вдаль, и простор океана. На слове загадочной силы своей, но ждет нас Россия, любя и прощая, как матери любят своих сыновей. Россия. Значит, мы...